Асміг Гаспарян, 32 роки. Народилася у Вірменії, виросла у Чернівцях, живе у Києві. Родина Асміг переїхала до України з початком війни у Нагорному Карабасі та після землетрусу у Вірменії. Називає себе українською вірменкою. На Новий рік у школі грала бабу Ягу, відтоді колекціонує ляльок цього казкового персонажу. За освітою фінансист, працювала майстром манікюра і завжди любила куховарити. Після перемоги у відомому кулінарному телешоу працює бренд-кухарем відомих київських ресторанів. А напередодні фіналу шоу не спала дві доби. Має власний бізнес, який розпочала задовго до історії з «Майстер-шеф». Асміг заснувала бренд, під яким випускає серію авторських спецій. Одружена, виховує сина. Привіт усім! Проект «Пані та панове» та Олеся Гаренко вас вітають. Сьогодні буде дуже смачно в ефірі, я вже відчуваю. Адже поруч кулінарна майстриня, шефиня, королева спеції Асміг Гаспарян, переможниця 6-го сезону проекту «Майстер-шеф». Добрый день, Асміг. Очень добрый рада день. Вас видеть в Дніпрі. Я хочу начать наш разговор не с проекта. Я хочу начать с вас, с вашей семьи. Вот есть такой стереотип, да, что кавказские женщины и вообще, в принципе, кавказские люди любят и много готовят. Это стереотип или так это и было вот в вашей семье? Вот вообще вот на вкус ваше детство какое было? Добрый день, я тоже рада, что я сегодня здесь у вас в студии, в великолепной красивой студии. О гостеприимстве Кавказа это не просто стереотип, об этом это не легенда. Они ходят, это реальность, это можно наблюдать у каждого из нас дома, и это вкладывается в душу человечка, когда он рождается, и ты уже идешь в мир со своим этим гостеприимством. И вот, допустим, я говорю о себе, у меня дома всегда гости. Mm-hmm. Всегда гости, притом гости это не один, не два человека, это у меня толпы гостей, и классных гостей, и я их люблю. И вот я помню это ощущение с детства, у нас всегда дома были гости. Uh-huh. На Кавказе большие семейства, да, они там, пирамида семейная очень такая, она обширная, большая, на одних-двух детках никто не останавливается, и вот помню ощущение со своего детства, мне, ну, как бы я по-другому уже не понимала, ну, как это, выходные и нету гостей, uh-huh. такого, да, это соответственно, не много угощали этих гостей, да? Конечно же, то есть просто зайти на кофе, это такое, это каждый, это соседка может три раза в день просто зайти на кофе, это uh-huh. не в гости пойти. И, конечно же, когда у меня в семье знали, что у нас будут гости, то есть регулярно, uh-huh. то к этому процессу готовятся, обязательно делают какие-то там национальные вкусности. Uh-huh. И вот это... какие? Вот если вкус детства, это какой вкус? У меня вкус детства, он связан с какими-то определенными этапами. Вот мне сразу вот в голову приходит вкус детства, он новогодний. Очень помню, вот пока я жила в родительском доме, папа готовил свиную тазобедренную, вот эту заднюю часть, вот такую огроменную. Mm-hmm. Они его варили, шпиговали, мариновали, потом опять варили, потом опять пекли. То есть дух Нового года приходил за 5 дней до самого Нового года, эти хлопоты, вот вся движуха в квартире, этот запах вот этой вот такой, да, а-ля армянской буженины, вот это вот у меня вкус детства, торжества новогодних гостей. А обычно, когда домой приезжали к нам какие-нибудь гости, бабушка любила всегда, дедушка у меня частично грузин, и это были какие-то уже грузинские uh-huh. элементы, включение в армянский, фьюжн такой армяно-грузинский. Это запах орехов в вине, это конечно же, долма. Вот, аж слюнки потекли. У меня тоже. Это все ваши воспоминания еще от Армении или уже здесь, в Украине? Вы когда переехали, вот в каком возрасте? Воспоминания у меня это еще с детства с Армении. Mm-hmm. Они такие очень четкие, потому что как бы эти воспоминания, которые именно с Армении, mm-hmm. они у меня в памяти вот так вот, знаете, как будто каким-нибудь таким вот... зафиксировано, прямо написано, потому что я же уехала с Армении mm-hmm. и больше не вернулась. Вы не были там больше, да? Нет, больше я не была в Армении, и эти воспоминания у меня, как знаете, вот такой мешочек в душе, mm-hmm. они такие вот яркие, и вот там они вот так сидят, и вот сидят. Но когда говорим про гостей, про дальше ароматику нашей кухни, про вкус и приемы, то
уже в Украине, конечно же, помню, что бабушка учила всех наших черновицких соседок. Мы переехали в Черновцы, мне было 9 лет. Учила долму готовить. Mm-hmm. Очень четко помню, у нас была соседка, мы жили в частных домах, и были у всех виноградники. И как-то она пришла, бабушки не было, и говорит, слушай, говорит, меня спрашивает, мне, ну, 9 лет, mm-hmm. и говорит, а ты не помнишь, говорит, вот я сейчас хочу, я сделала фарш, типа, хочу вашу семью на вечер удивить, мне надо долму накрутить. И, а я мне в голове запомнила, что для того, чтобы накрутить долму, нужно листочек взять, блестящей стороной положить на стол, а в матовой стороне положить фарш. А соседка принесла эту коробочку, уже мисочку с этими накрученными долмишечками. Я смотрю, и у меня паника в глазах, я понимаю, что она все пропала, неправильно накрутила долму. Она накрутила матовой стороной вниз, в блестящую положила фарш. Я взяла, как ребенок 9 лет, это ей вот так и сказала, типа, все неправильно, надо было перевернуть. И моя бедная соседка Надежда Алексеевна пошла домой, вывернула весь фарш листочков и перевернула обратно. Ну, вкусно было, она вас угостила. Почти как у бабушки. Здорово. Наверное, даже глупо спрашивать, кто конкретно учил готовить, потому что, наверное, вся семья учила, да, в принципе. Учение готовить и культура готовить, она у меня с детства выложилась как-то по жилкам. Но большую роль играла бабушка, потому что в какой-то период она заболела и была парализована, и не могла ходить, ну, как бы, и самостоятельно двигаться. То есть для того, чтобы с края в край, мы ее перевозили, потому что она была парализована. И у меня дома такой появился капитан, я бы сейчас это называла шеф, который был такой именно вот, и она меня научила готовить в том плане, что принеси это, вот нарежь вот так, нет, неправильно нарезала, поменяй угол с ножа, добавь то, я ей приносила ложечкой, давала попробовать, она, добавь хмели-сунель, добавь еще куркумы, и вот так потихоньку я начала готовить ее мысли, воплощать своими руками в кастрюлечке, и так вот оно... Здорово. Асмик, по образованию финансист, вы работали хоть день по образованию, потому что вот как-то об этом нет информации? Один день, при том, что финансистом я стала совсем, мне кажется, случайно, потому что я очень люблю математику. И до последнего дня учебы в финансово-экономическом вот этом своем учебном заведении я искала математику. Где же у финансиста математика? Математику я не нашла. Там нету математики, там есть экономика, статистика, все есть. Математики там нету. Вот. И я один день поработала, пришла, и как оно бывает, ты... Вы очень быстро поняли, что не оно. Да ты стажер. Mm-hmm. Что дают стажеру первый день? Mm-hmm. Типа, вон бумаги разложить по шкафчикам. Я, когда увидела эту гору бумаги, представила себя сидящую монотонно в этом стульчике, перекладывающую в правую, в левую, в верхнюю, в нижнюю. На следующий день пришла и сказала, простите, работать не буду. Мне кажется, это большое счастье так быстро понять, что не твое, а что твое. Да, то есть хорошо, что на это как бы потрачено, на учебу нельзя потратить время, потому что твой багаж, ты его взял и переехал в любую страну, в любое место, ты и знания всегда твои. А потратить время на работу, которая потом сидишь и думаешь, она моя нелюбимая, то отлично, что за один день я это все поняла. У вас был бизнес, вы продавали специи, причем не просто продавали, вы как-то их смешивали, да, у вас были какие-то авторские там смеси. Что с ним сейчас? Вот до проекта пришлось как-то его призакрыть или наоборот как-то перепоручить кому-то? Что... Ну, пару был, это... Он есть, слава богу, он есть, он выжил. До проекта еще самого мастер-шефа в моей жизни появились специи. И я поняла, что тоже на опытах своих, на своих же друзьях, гостях, типа, ой, вкусно, что ты туда добавила, ой, вкусно, что ты туда добавила. Мы начали с мужем вместе, спасибо ему, он очень это дело подхватил и поддержал, создавать какую-то, на тот момент я даже боялась сказать, что это авторская линия каких-то там смесей. Составили там 10-15 позиций и начали в первый раз выехали на фестиваль «Краина мрий», вышли, стали и начали это дело все продавать. Оно имело успех, отличный был успех, особенно смесь для шашлыка.
Вот. Потом чуть-чуть мы это дело адаптировали под нашего украинского потребителя. Там все ручной работы, в стекле и красивенько. И пришло время, я случайно, да, волей Бога попала на мастер-шеф. И тут встал вопрос, потому что я чувствую, как смешивать эти специи. У меня есть формулы, которые я вот просто... Просто кому-то отдать, пока вы заняты, не получалось. Было, да? Было поначалу принять это решение, что мне это детище нужно отдать, потому что я же думала, что я пришла на проект и ушла. Ну, что я умею готовить? Да, что я, то умею. И... Оказалось, что нет, это невозможно никому не отдавать, потому что это идет месяц, второй, уже третий, четвертый. И как бы у меня есть люди, которые именно с нами вместе работают и продают у себя в магазинах только наши специи под свое элитное дорогое мясо. И мне пришлось это дело отдать, у меня этим начал заниматься муж, начал спрашивать, написано фенугрек, что это? Я говорю, ну это вот такая, как оно выглядит. И мы с мужем начали просто общаться, как это выглядит. Была девочка, фея моя, которая просто, вот и они вот этот момент, пока я была на мастер-шефе, спасибо им, не убили бизнес. То есть он сейчас живет, он сейчас есть, да? И он успешный, и спасибо мастер-шефу, потому что, ну как бы, растет моя популярность, ну, растет все, что, да. И... А какой, как бренд называется? Бренд называется моим именем, поэтому тут просто Асмик, моим именем. Очень красиво, Асмик, по-моему, да. Замечательно. Мы зарегистрировали, и теперь это мой пряный бренд. То есть это не, даже не то, что не пострадало, да, от проекта, оно только, в общем-то, чего-то приобрело. Да, да. А вот были ли какие-то сферы в жизни, которыми, ну, на время, но пришлось все-таки пожертвовать ради проекта? У вас ребенок, да, сколько было ребенку на тот момент? Тимурчику было 3 года, когда я пошла на мастер-шеф. Он нормально вас отпустил? Отпустил он нормально, потому что он не понимал, во что он ввязывается. Меня вся семья легко отпустила, а потом поняла... Но до сих пор Тимурчику вот послезавтра будет 5 лет, и слово съемки на мастер-шеф мы в доме вообще не употребляем, потому что это выводит его из зоны своего конца. Да, он начинает переживать, и то есть если у меня съемки на мастер-шеф, вот я еду на какие-то там вот, ну, в гости приезжаю, да, то мама просто на работе. То есть все равно, как ребенок, ему было сложно понять. Ребеночку было сложно. Тем временем, пока у меня был проект «Мастер-шеф», у меня есть бизнес, это ногтевая студия. Вот это у меня дело пострадало. Это дело пострадало. И во время проекта «Мастер-шеф» я поняла, ну, «Мастер-шеф» мне дал и толчки в жизни, и открыл я такая, как ребеночек. Знаете, я во всех верю, всех люблю. Я во всех верила и всех любила. И вот мастер-шеф мне показал, открыл так вот... Что чуть-чуть завесы. Стоит обрасти панцирем. Да-да-да, что да? Как бы, да, окружают тебя не всегда радужные и добрые люди. А вот, кстати, да, интересно про радужных и добрых, и наоборот. Вот мое мнение, мастер-шеф для меня лично не кулинарный проект. То есть я уверена, что вы как участники, конечно, помните все рецепты, что кто готовил, в каком выпуске, но, наверное, для большинства зрителей это все-таки проект про характеры разные, про людей, про дружбу, про вражду, про умение вместе работать, про, возможно, про подлость часто. Вот вы согласны с этим? Было ли сложно с кем-то особенно? А, возможно, с кем-то остались вот действительно очень теплые, тесные отношения до сих пор? Мастер-шеф – это кулинарный проект, который проверяет человеческие качества. Уточним. Да, человеческие качества, потому что здесь, в этом, тут очень сложно остаться человеком. Не потому, что тебя в это условие, вот нет, потому что ты понимаешь, в каждую секунду у тебя за спиной, ну, начинаешь, стартуешь, и вот кроме тебя там есть 19 особей с ножами, в лучшем случае, а может быть с топориками, которые просто хотят, чтобы завтра, нет, сегодня тебя уже не стало. И, конечно же, это, наверное, это естественно, это конкуренция. И как и в бизнесе, есть люди, которые, ну, есть нормальная конкуренция. Давайте откроем 2 идеально крутых ресторана,
и просто будем вкусом честно доказывать. А есть другая модель, типа утром придешь, а у тебя на ресторане краска какая-нибудь, да, или поцарапанные там шкафчики. Ну, есть по-разному. Это с детства идет. Есть подлые детки, а есть неподлые детки. Так же самое на мастер-шефе. То есть мастер-шеф, он показывает в быстром, в ускоренном темпе модель формирования личности человека. Ну, я, возможно, вы не захотите говорить о личностях, но вот кто был ваш главный конкурент, да, кто был ваш главный соперник? Вот, наверное, Екатерина Пескова, да, если я не ошибаюсь, с которой вы вышли в финал, да, или... Да. Сегодня, когда я уже этот проект выиграла и смотрю уже туда-обратно, да, ну, когда я стартовала, то, конечно же, мне все казались, боже ты мой, что я тут делаю, я же не могу, и завтра домой точно. По мере, ну, уже ты вот втягиваешься, один ушел, второй ушел, ты уже точно понимаешь, десяток людей ты определил, это не конкуренты. То есть, если ты не дашь слабинку, случайно не ошибешься, а будешь идти вот к цели, то вот еще 10 человек пока домой. И дальше уже самое сложное приходит в кителях, потому что это же это 6 человек очень давно вместе. И вроде бы в эти 6 человек с Катериной Песковой мне меньше всего хотелось оказаться в самом финале, потому что с этим человеком мы вместе писали, извините, ну, в один унитаз, мы жили вместе. Мы жили вместе, мы друг друга выводили из каких-то депрессивных ситуаций, там, ну, как бы пальчик комарчик укусил, ну, такие девичковые разговорчики вечером в кроваточке, да, и я вообще, то есть, как бы, я радовалась всегда, что вот Катя сидит у себя в кроватке и читает книжечки свои по десерту и пытается в мой мозг что-нибудь, какие-нибудь формулы вложить, притом так уверенно, типа, что тебе это в мозг не залазит? Я говорю, Катя, я говорю, давай я тебе расскажу про баранину. Не надо мне про баранину, давай я тебе про десертики. И вот у нас это было, и тут опачки, и мы в суперфинале. Я, конечно же, люблю их всех, и потому что я выиграла. Я же выиграла, то есть я, конечно, люблю. А после проекта? После проекта я их еще больше люблю. Потому что вы уже не конкурируете. Ну, потому что я выиграла. В любом случае, кубок у меня дома. Ну, а те, кто вернулись ни с чем, особенно дошли вот до самого финала, но не получилось, что-то пошло. Я думаю, им очень сложно. Им очень сложно, потому что ты потратил кучу времени. Ты был за один шаг. Ну, вот представьте, да, ты шел, и как ты себя внутри, ну что ты не мог еще, как так? Что-то соус не умеешь варить, что ли, да? Вот, поэтому я думаю, ребятам, которые... мы с ними общаемся, когда я приезжаю к ним в города, они приезжают в Киев, то мы встречаемся, переписываемся, но не со всеми, не со всеми. С Катей мы, когда встречаемся без... лично, то все хорошо, а когда не лично, то, конечно же, Катя внутри себя... Где-то все-таки таит. Имеет обиду, и она имеет право это иметь. Даже внутри. Не на вас, а просто на ситуацию. Нет, просто ситуация такая сложилась, а я была главным героем в этой ситуации. И она имеет право, и я говорю, что мне нравилось то, как мы с ней по девичкове на кроватках сидели. Поэтому я думаю, что появится мастер-шеф 7, потом еще мастер-шеф подростки, потом мастер-шеф 8. И у нас появятся с Катей другие вообще хлопоты в жизни, время лечит. И вот мы потом, я думаю, что... Тем не менее, вы победитель. Да. Выигрышем для мастер-шеф является, по-моему, не только денежный приз, а поездка... обучение в школе. Во Франции. Какой? Во Франции, в школе Le Gordon Bleu. Здорово, расскажите, сколько вы были во Франции и что вам это дало? Когда я сейчас в очередной раз отвечу на этот вопрос, я скажу, что я там была 36 дней, и все у меня спрашивают, ты что там дни считала? Да, я там была 36 дней и дни считала по двум причинам. Потому что, во-первых, тебе побыстрее уже хочется домой. Ты не знаешь... было сразу, да, то есть вот закончился проект. Чик, я открыла документы, подала, получила разрешение, что я еду на учебу и зеленый коридор в Париж. И я уже хочу домой, потому что я там не была почти 5 месяцев, да. И это канун, ну, Рождества. Я мыслями там, конечно же. Французский я не знаю. Как вам было там учиться?
Я была как собачка, знаете, а понимать понимаю, ответить не могу. То есть вы просто смотрели благо дела на то, что делает учитель? Да, и как раз на этот вопрос, это вторая причина, почему ты считаешь дни, ты и вроде бы и хочешь, но не хочешь, чтобы это заканчивалось. Потому что шефы, которые, это люди, которые работают в мишленовских ресторанах, это шефы, у которых есть мишленовские звезды, они твои шефы. И они гениальные люди, они... редкостного дара преподаватели. Они понимают, что ты не понимаешь. И можно уши закрывать, просто смотреть за его руками. И ты готовишь то, что он готовит. Ты настолько детально, настолько правильно, не упуская ни одного важного момента в своих действиях. Я просто записывала за ними на французских буклетиках, такая у тебя папка, книжечка, школьная тетрадочка, не знаю, такая штука, достается рецептура, которую ты сейчас полтора часа смотришь, следующие полтора часа ты это готовишь. И приходит шеф, пробует, смотрит, презентация, не презентация, соус, как оно похоже на то, что он делал. Я вот переворачивала эту французскую бумажку и украинскими буквами писала прямо сзади. Что главное, вот вы оттуда привезли, может быть, какой-то самый эксклюзивный, интересный рецепт или умение, которого раньше не было? Рецептуры я оттуда, большой багаж рецептов привезла, даже не тех рецептов, которые именно нас учили, а учеба была все-таки по базовым каким-то техникам, по соединению, по стандартам, вот взять сколько яиц, сколько сахара, соединить муку с маслом, вот эту формулу, если выучить, то просто давай дальше какую-нибудь отдушку, у тебя будут гениальные печеньки получаться, вот это нас учили. Оттуда я для себя... Здесь, наверное, даже больше математики, да, чем было? Больше точно, 100% математики больше. Оттуда я для себя привезла одну очень важную вещь, которая, ну, как бы, дальше я сейчас продолжаю, что на кухне должен быть порядок. Порядок в голове и порядок на поверхностях и в холодильниках. Это было 40% из проходного балла. Когда оценивали нашу... 40%. 40%. То есть почти половина – это не вкус еды, это не это внешний вид и чистота во время рабочего процесса. Интересно. Что сейчас в вашей жизни происходит? Вы в Днепре, вы с целью провести мастер-класс. Это одна из ваших, я так понимаю, главных деятельностей. Мастер-классы мне приносят массу удовольствия. У меня их уже было больше 150, и я каждый раз перед ними нервничаю. Потому что с людьми, которые приходят ко мне на мастер-класс, с ними вместе я заново учусь. Каждый раз приходя, я понимаю, что а вот эта девочка сделала так, записала, возьму себе. Что еще? Мастер-классы, что-то у вас, мы успели немножко поговорить, вы открываете или уже открыли ресторан в Киеве? Нет, или... я еще не открыла, я еще не открываю, это требует больших финансовых вложений, мне нужно не одно шоу в Украине выиграть, чтобы накопить эту сумму денег. Нет, я работаю бренд-шефом сети ресторанов элитного мяса в Украине. Вам нравится это сейчас? Мясо это вообще, вот я так понимаю, ваша стихия? Мясо это моя стихия. Моя стихия, когда я понимаю, что у меня лучший продукт. Ну, имея лучший продукт. Это украинский продукт? Это украинский продукт. У нас украинское мясо. И... То есть в Украине есть хорошие поставщики мяса? В Украине есть отличное мясо, отличные фермы, которые выдерживают откорм, прикорм, массажи, и все выдерживают, и ничем не уступают Америке. Да, может быть, меньше чуть-чуть самой мраморности, но зачем нам, девочкам, столько мраморности? Согласна. Ну, идеального вкуса. Асмик, знаете, что меня всегда интересовало? А вот что именитые кулинары готовят, когда лень? Вот вообще лень. Вот когда очень хочется есть. Вот вы можете себе позволить пожарить яичницу и сделать бутерброд? Легко, легко. Не надо к именитым, там, я не знаю, поварам, шеф-поварам, кулинарам. Они обычные люди. То, что я у себя в ресторане могу позволить 10 часов готовить свиные ребра, 5 часов к ним готовить соус, я же это делаю для людей, правильно? А у меня остается в сутки
Для себя не так для много. Себя не, нету 9 часов на готовку. Поэтому мы едим жареную картошечку и картофельное пюрешечку. Яичница вообще с беконом отлично. То есть, собственно, блюдо молекулярной кухни вы членом семьи редко, наверное, готовите? Я готовлю, когда у меня есть на это время. Сейчас у меня мало времени на это. Это время у меня есть тогда, когда у меня есть это время. У меня не только члены семьи, у меня еще пару десятков гостей, потому что у меня было 10 часов времени на готовку. Конечно же, мне хочется вечером побаловать. Единственное, каждый раз, когда мне задают этот вопрос, типа, а что ты готовишь дома? А я начинаю говорить, да нет, обычное. Муж говорит, что необычное. И отличие, я, если даже это у меня яичница, то я стараюсь это презентовать. То есть не просто сковородкой, ты дышишь. Нет, то есть я это люблю достать со сковородки, как-то с этой формой поиграться, посыпать под него руколочку, ну, элементарное что-нибудь, да, и сверху положить эту яичницу. Наверное, у вашего ребенка никогда не было проблем с плохим аппетитом, да? Да, он у меня гурман-мясоед. Отлично. Часто просто возникающая тема у мам. Не хочет ничего есть. Наверное, нужно просто правильно презентовать. Я с ними играюсь. То есть у нас мордочки, медведики под одеяльчиками, какие-нибудь там, я не знаю, совушки, черепашечки. И это его... Сейчас уже нет, но ему уже 5 лет. Он говорит, мама, ну зачем мне эта пупсиковая еда? То есть, если я из картошки пюре с отбивнушечки делаю чудика, делаю волосы, он это ест и ухахатывает, типа, я же уже не пупсик. Давай мне, мама, уже нормальную ресторанную подачу. Да, хочу уже просто поесть. У нас не так много времени осталось, но я хотела еще задать один вопрос. Очень у вас какое-то эксклюзивное увлечение. Вы собираете кукол... Бабок-ежек, да? Откуда это? Очень интересно. Вот такого не слышала точно еще. Куклы-бабки-ежки у меня собираются с моих 15 лет. Это почти 20 лет. Мне было 15 лет, я была активная, это видно, да, мне кажется, руки тут ходят туда-сюда, активным ребенком в школе, старшеклассником, и старшеклассники начали проводить же, да, должны провести для младших новогодние утренники. А я, ну, как бы... Ну, не Снегурочка и не фея, ну, честно, да? А как для ведущей... А талант есть, надо проявить. Да, ну, как для ведущей сильно дерганая. То есть Снегурочка возле такой ведущей, как бы... И художественные руководители в школе придумали, а давай будешь Бабой-Ягой. Мне ж уже было хорошо, мне хоть что-то дали, потому что, ну, как бы я вообще не рассчитывала. Ну, как бы я была хорошим учеником, классной девочкой, просто колоритной. И они написали нереально крутой сценарий под эту Бабу-Ягу. То есть мне можно было сесть директору на коленки, пощекотать ему нос. И, конечно же, в момент, когда я садилась к директору и пощекотала, он был с усами, баловалась с ним, у младшеклассников это вызывало восторг. Снегурочке ж такое нельзя, а мне такое можно. И с этого все началось. Мне родители... Баба-Яга была крутая. И когда дети ходили и говорили, что «О, Баба-Яга прошла», это не было. То есть, когда говорят слово «Баба-Яга», я не обижаюсь на это слово. Это мне, наоборот, внутри веселит. И родители мне подарили первую куклу Бабы-Яги. Когда мы заканчивали школу, одноклассники в день последнего звонка мне подарили еще одну красивую куклу. Сейчас сколько? Сейчас у меня их больше 200. С ума сойти. Мне их привозят. Наверное, это довольно сложно найти. Мне кажется, это вот не такой сувенир, который есть в каждой, в любой лавке. Бабу-Ягу найти сложно. Но спасибо нашим куклярам. Они сейчас готовят, готовят. Шьют и творят разное. Поэтому сейчас, раньше моя коллекция, она была более однообразная. Это была Италия, Испания, Португалия. Они все одинаковые, такие куколки более-менее, но похожи. А сейчас у меня вот буквально последнюю куклу я получила в подарок в начале августа от моей работницы, которая у меня работает в студии. Она привезла его с Фастова. И девочка, которая в Фастове делает куклы, сделала ее с моей фотографией. Класс. У нее даже волосы похожи на меня. У нее есть родинка. Вот она вот просто я, просто куклой и Бабой-Ягой. Смик, спасибо вам большое, удачи вам. И вам пополняйте спасибо коллекцию большое. И кукол, и коллекции, и вообще всего, что приносит вам удовольствие. Спасибо. Мне было большое. Очень здорово. Спасибо большое. Мне сегодня было так затишно и приємно, и весело спілкуватись. Сподіваюсь, вам так само нас слухати. На все добре, проект «Пані та панове» прощається. Ще буде дуже багато цікавих зустрічей. На все добре, люблю вас.